Думаю, что за крики у нас здесь происходят. Смотрите, кого они нашли. Дай мы тебе поближе покажу. Это геккон маленький. Маленький геккон. Маленький-маленький. Да, у нас уже был дворец геккон тут. Отпусти его. Отпусти его на улицу. Да, отнеси. Да, там его мама, папа. С мамой, с папой, да. Да. Так, мы переместились. Куда он делся уже? Вот. У нас такая тут жаришка. Сейчас пойдем купаться. Он сейчас опять домой забежит. Да, Мэтью, все, оставь его в покое уже. Не-не, оставь его в покое, Мэтью. Все, он там... Он выскочит оттуда. Он маленький, он худенький. Пролезет. Так, как наша папайя? Папайя наша... растет. И видите, наверху еще выросли. Ой. Это после того, как я ее удобрила. А вот это вот огромное на самом деле. Я жду, когда она чуть-чуть пожелтеет. И буду ее сушить. Любимое занятие, утреннее занятие Мэтью. Скажи нам что-нибудь. Почему? Открывай. Я бы... Вот бы это бы ты делала, а я бы чайник бы ставила. Бы это так ты и так чайник ставишь. Собираю посуду мойку я, а ты разбираешь. Покажи нам свою улыбку. У Мэтью ночью выпадает капа. Я заставляю носить ее с утра. Так, стоп, стоп, стоп. Что ты боишься? Иди на улицу, он выпрыгнет куда-нибудь в свою... Да он не кусается, Алекса, не выдумывай. Сейчас он тебе в рот залезет. Мэтью, не оттягивай так пижаму. Мам, я такой делаю водичку. Такой красавчик. Давай я его сниму. Только попробуй! Ну посмотрите, куда он залез. О боже! Он в майке! Он в майке! Что случилось? Не поваляешь, не поешь. А что ты так оделся? Молодец. Ой, какая молодец. Лекса, зачем вы их кидаете? Ку-ку! Вась, что же ты делаешь? Покажи нам. Вот так. Это что, у тебя какой-то фокус-покус? Слушай, это фокус? Мэтью, осторожно, там тарелка сейчас бахнется тебе на голову. Да. И будет бам. Алекса, покажи нам свои фокусы. Какие ты еще умеешь? Расчесываться будем сегодня? А то сейчас нам скажут, что мы такие лохматые, но мы еще только встали. Давай, фокус-покус покажи. Ух ты, какой фокус-покус. Так ты к нам иди, куда ты пошла? К Мэтью пошла? Чем заняться нам еще в воскресенье? Алекса, покажи нам еще свои фокусы, которые ты умеешь. Господи, тебе просто повезло, Мэтью. Алекса, покажи, какие фокусы ты еще знаешь. Зачем детям игрушки, ребята? Просто ложка. Ложка и мандарин. И яйцо. Мама, да, яиц нету. Я могу найти? Не, яиц нету. Я закончила. Нет, дети. Давай. Ой, молодец какая. Нет, все. Да. Нет, мама. Детям надо только шотные две. Не могу все взять. Да? Да. Алекса. Алекса, пойдем расчешемся. Не сейчас. Не сейчас. Мы просто постоянный жор какой-то. Постоянно. Покажи, что ты ешь. Черпанка. Ты не перегрел ее?
Это моцарелла... Как они называются? Моцарелла стикс. Моцарелла стикс. Моцарелла. Покажи, что внутри. Сыр. Но он просто вот такой, потому что он был в холодильнике. Самое вкусное – это соус к этим палочкам, но он закончился. Так, он закончился. Там была целая пачка, ты их съела? Угу. Это когда узнала, что моцарелла палочка последняя. Алекса. Я слышу просто самые лучшие слова, которые я могу услышать. Они сидят, он меня тут занимает. Где Россия? Покажи, где Россия? Молодец. Где Америка? Ой, какая молодец. Нет, это Канада, да. Это Мексика? Это Мексика. Ну, я тебе покажу. Все, 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 хватит, потом занозу будешь доставать из. А, ну тут нельзя, ты занозу будешь. Давай, сися, меня. Кыш, кыш, кыш. Так, ребята, у нас неожиданное продолжение уже из дома. Печем кекс. Я пеку кекс любимый Мэтью. Только для того, чтобы он на неделе, когда учителя приносят всякие печеньки невкусные, чтобы он их не ел. Мама, кстати, надо купить подарок сегодня учителю. Кому? Учителю было день рождения на этих. Было? Да, ну математики надо. Ну надо было, конечно. Надо было раньше об этом сказать, когда мамочка ехала. Я не знала, она только сейчас сказала, когда она приехала. Окей. Ох, сколько у меня тут помощников. Молодец какая. Если вам надо, можем прикрепить рецепт нашего кексика. Мы делаем вот с таким вареньем. На самом деле можно сделать с любым, можно с апельсиновым, но мы будем делать с персиком. Хочешь с клубничным вареньем? Хочешь с клубничным вареньем? Ну, с каким угодно. Наверное, я все-таки прикреплю. В описании прикреплю рецепт. Яйца, мука. Где у нас мука? Обычная мука. Я покупаю муку органик. Вот такое масло. Сейчас покажу. Вот такое масло. И все. А, сахар. Я единственное коричневый сахар использую. Варенье. Самое, что важное для меня в этом кексе, то, что он идеально проходит у Мэтью по сахару. Конечно же, я относительно всех рецептов всегда снижаю количество сахара. Абсолютно всегда его на минимум. Я не эстетический фудблогер. Форму нужно смазать маслом. И все. И потом еще будем стейк жарить. Вот два кусочка мяса, $21. Мои любимые орешки. Я думала, моя любимая мама. И любимая мама. Так, вот эти вот мои любимые прям. Мы их раскладываем, и потом пока что будет все подниматься, подниматься. Она останется посередине. Я думаю, да или нет? Не знаю. Все, хватит, мне кажется. Все. Да? Вот так получается. И все. Что у нас получилось? На вид? Ну, вид на троечку. Ну, с этой более-менее как-то посимпатичнее. Здесь чаек с апельсином. Я вот так вот сушу апельсинчики и потом в чай кидаю. Вообще другой вкус. Не то, что обычный свежий апельсин добавить. Одна печенька осталась. И все. В общем-то. Алекса, ну что, тебе вкусненько? Угу. Мама, это я не знаю. Я только сейчас забил голову на игре. Она только попробовала кусок. Горячий кекс съест. Он не горячий? Горячий, я попробовала, он очень горячий.